Это мой лайф-журнал. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. А 8:18 28 минут позитива с Татьяной Салмановной Мактум Сайфуддин. А сегодня у нас 9 января 2021 год. 10 часов вечера и 9 минут. Вот такие вот дела. Я в моей квартире, комендантский 32192, Санкт-Петербург, Россия. Как я там сделала уже анонс по поводу продумывала дизайн. Вам там хорошо видно? Это мой такой костюмчик из коллекции Брэда Порте, Проспера 3.ру. Вот такие вот дела, продумывала дизайн. Дизайн этого моего костюмчика, знаете, такая накидочка. Ну, в общем, как вы понимаете, дизайн вот здесь вот. Здесь, видите, такая вот молния. Ну, в общем, сделаю чуть позже, я вам покажу. Видите, сейчас с двух сторон. Здесь это сплошная, как бы сплошная, да? Вот, а здесь она как бы вот молния и к рукаву, в общем, к этому, к вырезу рукава прилегает. В общем, буду делать дизайн, сейчас еще продумаю, так буду делать дизайн. А так, конечно, сейчас мне здесь нужно зеркало подвинуть, в общем, интерьеры, в общем, сделать здесь у меня красивые интерьеры, подвинуть зеркало. Подвину зеркало вот сюда, потому что мебель. Ох, такое оно не из легких, конечно, зеркало не из легких. Тут стеночки, я поставлю к стеночке. Ну так это ножкой. Татьяна Салмановна, ножкой. Так это ножкой, зеркальце, ножкой. Так эротически. Так, в общем, эротически. Сюда, чтобы оно более так устойчиво стояла, потому что мне нужна вот эта вот штучка, тумбочка. Тоже тяжеловато, конечно, тяжеловато, эта штучка. Сюда делаю кресло, сюда делаю кресло, вот. Ну и здесь мне нужно сделать такие... Здесь красиво нужно сделать эту коробочку еще. А, здесь мне еще что я хотела посмотреть. Сейчас я вам покажу. Надо было, конечно, побольше света сюда поставить. Побольше света, да? Ну, поставлю побольше света. У меня здесь это... Одежда у меня здесь. Одежда. Сейчас мы туда двинем. Мне кое-что здесь из одежды нужно взять. Чтобы взять, это все нужно мне туда, в общем, в комнату. Ну ладно, сейчас туда больше света надо будет поставить. Ну вот, давайте лучше ближе к супчику, потому что супчик, чтобы варился. Здесь тогда я займусь уже. Немножко протереть надо. А так, в общем, займусь вот здесь это перестановочкой. В общем, так. Подвинем вот сюда. Так, ну великолепно. Великолепно. Сейчас ручки сполосну.
тяжеловато оно, конечно, но... Ох, эти спички, ну да, спички. Ох, спички, которые это... Для этого, для воды, горят... Горят в воде, эти спички, которые горят в воде. Давайте сюда. Ох, я такая. Ох, эти чакры, ох, эти эротические чакры. Сколько там минут? 5 минут? Да, да, чтобы на 8 было. На 8, а губы еще нужно ярко накрасить. Сейчас ручки помою. Вообще на кухне буду руки мыть, на кухне. Давайте сюда на кухню, на кухню, на кухню. Давайте ближе сюда. А, сюда еще поставлю. Губы надо будет накрасить, но чуть позже. Накрашу губы. Давайте ближе к этому. В общем, щи нужно поставить. Нужно поставить супчик. Супчик варить. Сейчас вам запокажу. Чечевицу. Сейчас все запокажу. Очень не запоказать. Так что вот, а, уже, знаете, уже почти 7. 7 минут, тогда на 18 пойдет, а мне нужно, чтобы этого на 8 было всего лишь. Сейчас я вам покажу, я покажу. В общем, нут. Journal. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Это я. В общем, красная чечевица. В общем, чечевица, как она красная называется? Нет, просто чечевица. Это богатырское здоровье называется. Вот. Фасоль красная. Красная фасоль. Вот. И нут. Вот такие вот дела.